Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр» в студії Аніта Рашевська. Що для вченого наука, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Наш город, взагалі-то говоря, зв'язаний всю життя був з судостроєнням, і ми все время були зв'язані з производством. Наука – це смисл нашої життя. Машфака було 63 всього випускника. Из них порядка 20 человек, выпускников, это доктора и кандидаты технических наук. Чтобы быть доктором наук, нужно или открыть новое научное управление в определенной области науки, или решить большую народно-хозяйственную проблему. А еще? Для того, щоб стати доктором наук, необхідна невтомна праця. Науковці – особливі люди. В світі вирують пристрасті. А вони, попри все, працюють над реалізацією своїх наукових завдань. І сьогодні, друзі, ми з вами в гостях у Валерія Некрасова, завідуючого кафедрою теорії і проєктування суден Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктора технічних наук, лауреата державної премії в галузі науки і техніки, і Тамари Слаутіної, доцента, кандидата технічних наук. Що є наука для наших героїв, почуємо зараз. Наука – это смысл нашей жизни. Вашей жизни? И жизни моей жены. Вот, потому как наукой мы начали заниматься еще в стенах университета при подготовке. Вот, и продолжаем вот в настоящее время и вообще не мыслим себя без участия в этом процессе. Вот наука… Она бывает разная. Наука есть в литературе. Вы занимаетесь наукой в области судостроения, а Тамара Геннадьевна, она кандидат технических наук. Мы еще представим все регалии нашего сегодняшнего героя Некрасова Валерия Александровича. Дорогие телезрители, вы, конечно, понимаете, насколько ответственна наша сегодняшняя встреча. Тамара Геннадьевна, вы кандидат технических наук. Женщина и техника. В вашем лице, как выясняется, это вполне возможно. Вот технические науки, что сие означает? Ну, дело заключается в том, что наш город, вообще-то говоря, связан всю жизнь был с судостроением, и мы все время были связаны с производством. И вокруг все предприятия, все производства. Поэтому, хочешь не хочешь, лучший вуз Украины и второй вуз в Союзе, кораблестроительный, всегда был престижным. И мы туда шли учиться, учились, и хорошо очень даже потом в жизни нам пригодилась вот эта учеба. Другого просто не было. То есть не было выбора, получается? Нет. Мы не хотели в другие вузы. Были выборы, но мы в них не хотели, потому что этот вуз был очень высокий по знаниям, по состоянию, по тому, как по статусу, атмосфера, да? Там была, понимаете. Он всегда был ведущим вузом вообще всего Союза. Очень интересно там было учиться, мы вспоминаем с удовольствием. Ну, я так, может быть, вклиниваюсь вперед. Когда я заканчивала институт, Машфака было 63 всего выпускника. Из них порядка 20 человек выпускников – это доктора и кандидаты технических наук. Вот сейчас по памяти точно 15. Из них было два доктора действующих, а один не успел защитить докторскую диссертацию, потому что плавал на подводной лодке, потом… Не сумел защитить. Три доктора наук, все остальные кандидаты работали в нашем институте, работали по всему Союзу. Так что у нас просто чудесный институт. И поэтому вот, что для вас наука, это наша жизнь. Действительно, говорил Валерий Александрович. И вот перед нами сидит доктор Тамара Геннадьевна, ваш муж доктор, доктор технических наук, это тоже не просто так. И за что обычно дают доктора?
Валерий Александрович, что нужно сделать для того, чтобы получить доктора? Чтобы быть доктором наук, нужно или открыть новое научное управление в определенной области науки, или решить большую народно-хозяйственную проблему. Я, в свою очередь, пошел по первому направлению, то есть открыл новое научное направление в теории корабля. Собственно, оно заключалось в том, что я там создал одну теорию устойчивости судов в условиях жесткого шторма. То есть, когда на судно действуют очень большие силы, и оно под действием этих сил начинает опрокидываться. Ну, в то время были развиты теории, так называемые детерминистические, этих процессов, а мне пришлось войти в область стохастических явлений, то есть к явлениям нерегулярного волнения, порывистого нерегулярного ветра. И вот на основе применения методов теории вероятности нужно было решить эту проблему устойчивости. Ну, я ее решил, защитился в Ленинградском кораблестроительном институте. Ну и в 1990 году. Ну, с тех пор работаю в этом направлении. То есть продолжаю его развивать и параллельно заведуя кафедрой как теории, так и проектирования судов, развиваю следующее научное направление, которое называется стохастическая теория проектирования судов, которая базируется тоже на применении методов теории вероятности в процессе проектирования. Там весьма специфический подход мы разрабатываем, наша кафедра занимает в этом деле одни из ведущих позиций. А направление этого проектирования состоит в том, что в процессе поиска оптимальных главных размерений судна мы помещаем его в совокупность виртуальных пространств функционирования. То есть, значит, помещаем его в виртуальное пространство финансовых отношений и торговых отношений, потом финансовое пространство погодных условий эксплуатации, ну и еще и множество других, соответственно, так называемых функциональных пространств, которые имеют место во время его эксплуатации. И когда оно проходит испытания, множественные испытания, тоже виртуально, это с помощью вычислительной техники все это делается, это неоднократно просчитывается его все операции судна во время его жизненного периода. В результате вот такой экскорт в это пространство мы определяем его характеристики эффективности и надежности. В результате пошагово мы добиваемся того, чтобы то судно, которое проектируется, начинает обладать наивысшей степенью продуктивности, эффективности, да, и наивысшей степенью надежности. Вот такая, вот такими задачами мы сейчас занимается кафедра наша. Мы пытаемся эти задачи внедрить в народное хозяйство. Ну, давно уже этим делом занимаемся. И на этом пути очень много работы сделано. То есть найдено для определенных условий эксплуатации оптимальное решение кораблей береговой охраны, потом пассажирских судов. Мы исследовали вот возможность восстановления пассажирских транспортных перевозок, допустим, из Одессы на побережье, соответственно, Черного моря, вплоть до там Батум-Сухум. Вот, потом в настоящее, вернее, кроме этого, рассмотрели проблему оптимального проектирования балкеров, танкеров, судов обслуживания нефтегазовых промыслов, спасательных судов, и еще круизных пассажирских судов, яхт, моторных особенно. Да. В настоящее время мы занимаемся проблемами оптимизации речного флота Украины.
Проблема, которая в настоящее время, именно научная проблема, состоит в том, что по каким-то причинам речной флот, он перестал быть эффективным. Ну, его практически вообще даже и нет, как бы, да, немножечко? Да, его вообще, ну, очень сократился. Он и есть, присутствует, есть и Укрречфлот, там, и многие другие, соответственно, транспортные компании, которые занимаются. Но вот отношения между ними никак не налаживаются. И стоимость перевозок по речным артериям Украины, они не очень дешевые. Вот. И проблема в настоящее время состоит в том, чтобы, во-первых, восстановить всю структуру, но это не наша проблема, всю структуру, именно какой? Восстановить путь из Херсона в Гданьск, вот этот водный путь по Днепру, потом по рекам Белоруссии, потом перейти в Польшу, дойти до Вислы, и по Вислы, по реке Вислы дойти до Гданьска. Но там интересная есть особенность. Если путь будет реализован до Варшавы на Висле, то можно будет речными каналами, различными каналами, пройти по всему северу. Ух ты. По всему северу Центральной Европы. А такое было до Парижа. Раньше? Вплоть до Парижа. Да, и по реке, вот именно, по реке, по рекам, по каналам, да, вот только в настоящее время там один участок этого транспортного пути, он называется Е40, да, около, там, на территории Польши, он не восстановлен после войны. В настоящее время европейское сообщество выделено на это 900 миллионов евро на восстановление этого участка и восстановление судоходства по этому пути. Это один момент. Второй момент. У нас в устье Днепра нет мощного порта, который бы принимал грузы, ну, вот, допустим, зерна трейдеров, и перегружал на мощные такие морские суда, балкеры с большим водоизмещением, глубокой осадкой, перегружал бы на эти балкеры или танкеры, или еще другие суда свою продукцию речную, потому что в реке малая осадка и прочие другие стесненные обстоятельства, да, транспортировки. Не каждое судно войдет, да? Да, не каждое судно. Вот они бы накапливали грузы в этом мощном порту, устьевом, допустим, порту, а большие бы суда с большой эффективностью и с относительно дешевыми транспортными расходами развозили эту продукцию по всему миру. Ну и особенно эта проблема сейчас особенно важно для наших зернотрейдеров и вообще для продукции сельского хозяйства, потому что правительство в настоящее время действительно поднимает вот эту тему, что одни из основных направлений развития Украины – это проблема развития сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственного сырья. Кроме этого направления у нас есть еще очень тесные связи с другими предприятиями, и мы… Ну, и не только предприятиями, но и с другими странами у вас еще. Да, но вот мы в позапрошлом году, кстати, сделали очень хорошую работу для порта Южный. Мы оптимизировали для этого порта состав их буксирного флота, то есть показали, какие буксиры нужно им оставить для того состава судов, а там очень большой состав судов, там практически все типы судов приходят, и их очень большое количество в течение года заходит в этот порт, и всех надо причалить, обслужить, потом отчалить и вывести из этого порта. Так вот, этот буксирный флот, мы оптимизировали этот состав буксирного флота, сделали специальную программу, которую оставили в этом порту, который позволяет для любого из приходящего судна мгновенно выбрать необходимое количество буксиров и сопроводить это судно. Третье, может быть, направление. Мы поддерживаем связи, тесные связи с
ну, так сложилось у нас с Китаем и с университетами Китая и с университетами Ирана. Вот. Но это произошло на основе того стремления нашей кафедры развить свою производственную базу таким образом, чтобы в конечном счете именно наше подразделение имело функциональные возможности, такие, как имеют функциональные возможности очень хорошие лаборатории, научные лаборатории западных стран. То, чем вы занимаетесь, это очень-очень и очень большой труд. Но любое научное открытие, любая научная разработка – это очень большой труд, это очень большое терпение. А скажите, пожалуйста, ну ладно, вы ученый, вы доктор технических наук, вы уже живете в науке, наука – ваша жизнь. А студенты откликаются, ведь сегодня так все стремительно, и как-то не всегда хочется вникать во что-то слишком глубоко. Насколько откликаются ваши студенты вот на такие научные разработки? Хотя за ними вот и Тамара, не только будущее, Тамара, но и сегодняшнее. Тамара Геннадьевна говорила, да, говорила о том, что она поступила по зову сердца в этот университет. Вот. И в то время, вот статистика есть такая, в то время, когда она поступала, ну, вместе со мной, училось в высших учебных заведениях страны 150 молодых людей из 10 тысяч населения в год. В настоящее время в высших учебных заведениях Украины учится порядка 750 молодых людей, ну, я, может, ошибусь, 700 больше, из 10 тысяч населения в год. То есть, примерно, конкурс, о котором она говорила, в то время был 5 человек на место. 4 уходило, а 1 поступал. В настоящее время все 5 поступающих, грубо говоря, в среднем, да, учатся в высших учебных заведениях. Конкурсов практически нет. Конкурсов практически нет, но есть энтузиасты. Вот среди множества людей, которые поступают к нам, есть очень хорошие ребята. Ну, именно они поступили именно так, потому что так хотели. И в настоящее время вот у нас наша кафедра в этом году аккредитовала специальность кораблей и кинотехники, и мы предусмотрели вот для этой аккредитации 125 магистерских мест. Вот в настоящее время у нас учатся, у нас поступает в кораблестроительном институте порядка 10. У нас есть бюджетное финансирование и 10 бюджетных мест. Ну, в основном учатся из этих 10, там 6, как правило, 7 человек, магистров, это магистры нашей кафедры. И они выполняют очень уникальные проекты, все без исключения работают в науке и выполняют именно оригинальные проекты. Ну, один сделал проект, допустим, трамвая для перевозки пассажиров по нашей реке Южной. Допустим, речной трамвайчик? Да, речной трамвайчик сделала. Вторая решала проблему обеспечения пассажирским транспортом, соответственно, транспортного пути из Одессы по побережьям Черного моря. Вот третий занимался проблемой проектирования Балкера 21 века. Третий занимался проектированием патрульных катеров или патрульных кораблей береговой охраны. Еще кто-то, соответственно, занимался яхтами всевозможными, моторными яхтами, обычными яхтами, парусными. Но в настоящее время появилась энтузиастка,
которая решила создать науку гонок парусных. А что, может быть такая наука парусных именно гонок? Да. Это наука? Это наука. Это не спорт? Это не спорт. Это наука. То есть с помощью описания вот этих операций функциональных, то есть операций, которые выполняет яхта во время гонки, значит, у нее задача оптимизировать, то есть подобрать такую форму и такое сочетание формы корпуса и парусного вооружения, которое позволяет обогнать всех остальных и прийти к первому финишу. Вот это и есть наука. То есть наука, которая позволяет трансформировать обводы действующих яхт с тем, чтобы получить наибольший эффект при выполнении их основных функциональных операций. И вот получается, что судоходство как по морю, так и по реке, оно очень нужно сегодня. Да. Очень нужно. Очень нужно. То есть мы озабочены этим больше всего, кстати, восстановление пассажирских перевозок, как морем, так и рекой, и восстановление грузовых транспортных операций как на море, так и, соответственно, на реке. И поэтому я вот сначала и говорил, что одно из основных научных направлений кафедры – это направление решения задач оптимального проектирования, то есть проектирование объектов, которые обладают наивысшими показателями продуктивности и надежности. Валерий Александрович, да. Извините, что я вас перебиваю, а вот скажите, ваши разработки, ваши вот эти открытия, они, конечно, реализуются, но хотелось бы, чтобы они реализовывались не только в Иране, в Китае, а у нас, как они могут в нашей стране реализовываться? Ну, они в первую очередь у нас реализуются. Да. Если у нас, допустим, защищается, у нас очень много человек, людей из Вьетнама, в настоящее время есть аспиранты из Китая, но параллельно они решают, вернее, решают научную проблему, которая даже часть у нас в аспирантуре, они в первую очередь решают научные проблемы Украины. Прежде чем отпустить в свою родную страну или выпустить из стен института университета, человек должен все-таки немножечко поработать, ну, как говорится, отработать то, те знания, которые в него вложили, да? Да, безусловно, иначе не ставится задача. Мы его учим, он должен отдать должное. Валерий Александрович, судя из всего вами сказанного, следует, что у нас очень большой потенциал. Очень большой. И реализация этих планов, она ведь не за горами, правда? Да. Как и действительно не за горами. Ну, то есть в настоящее время создаются все предпосылки для того, чтобы вот те связи, которые, я говорю, мы укрепили с нашими промышленными предприятиями и проектными бюро, они были реализованы. Это точно, да. У наших героев вистачить наполегливості і терпіння у реалізації своїх наукових завдань. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у Валерія Некрасова і Тамари Славутіної, справжніх науковців і добрих людей. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я – Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 14 вересня Симона Столпника і Марфи. За старим стилем початок осені і бабиного літа. Якщо цей день ясний і теплий, вся осінь буде ясною і теплою. 15 вересня Федот і Руфіна. Період весільних посиділок та сватовства. І відпочинку від польових робіт. 16 вересня – Василини і Домни. Відлітають в теплі края журавлі. 17 вересня – ікони Божої Матері Неопаліма Купіна, яка зберігає від пожежі і блискавки.
Пресвятая Богородица, спаси нас.